бабушке Васенькину Евгению Сергеевну не было 5 лет. А ее брату Васенькину Евгению было всего 2,5 года. Семья жила в поселке Старая Ладога, и в семье было 2 детей. Вся семья ехала в деревню Шахно к моей прапрабабушке. Курочкина Евгения, но доехала только до сестры. Там мы ночевали у прабабушки брата, моего тезки Федора Николаевича. С утра он пошел на работу и не вернулся, так как началась война. А что играют дети во время войны? У моей бабушки была кукла, у ее брата была лошадка, конструктор из спичечных коробков. Мы были и другие лыжи. Все мальчики играли в войну, вот она и наступила. Моя прабабушка, прабабушка и мой прадедушка. Дорогие, моя прабабушка Васенька Настенька, Анастасия Михайловна, работала в продуктовом магазине Старой Ладоги. Когда началась война, она, ее мама, две Степанида Николаевна, работали в колхозе. Моя маленькая прабабушка им помогала сажать болото и поливать грядки для того, чтобы кормить солдат летчиков. Прабабушка Васенькина Анастасия Михайловна не приехала в эвакуацию, потому что в 1942 году шла работать на завод номер 349 в городе Вологде. Работали по 12 часов в сутки по сменам, без выходных и без отпусков. По рассказам всех там работающих, они делали детские кроватки, но это был военный завод. Прадедушка Васенька Сергея Алексеевича тоже работал на заводе и жил там же. Продукты выдавали по маленьким карточкам. В доме моей прабабушки Матвеевой Степаниды Николаевны постоянно останавливались солдаты. Они ночевали там и шли на передовую Волховского фронта. 21 февраля 1942 года в доме бабушки солдаты брали гитары и пели песню «Темная ночь» писали русского. Младший брат бабушки Евгений тоже списал русского и спел с ними свою любимую песню «Три танкиста». На следующее утро солдаты ушли на фронт, Евгения заболел дифтерией, но узнали уже поздно. Врачи госпиталя были заняты тяжело ранены, не смогли его осмотреть. Вечером, когда пришла фельдшер, но уже не могла помочь. Из блокадного Ленинграда в 1943 году привезли детей. Бабушка дружила с ними, они помогали ей носить воду и угощали ее маленькими кусочками шоколада. Во время войны в Бухне были очень сильные налеты по 300 самолетов, и на городе стоял очень сильный бой. Моя маленькая бабушка по 12 часов оставалась в ней и пряталась в шкафу. Она тоже была в Бухне, то в Старой Ладоге, и помогала сажать огороды. Когда бабушка помогала в городе поливать, то она носила воду в ведерко, сделанную моей прабабушкой из ящиков от патронов. В 1944 году открылась школа номер 3. Моя бабушка пошла в первый класс. В то время ей было 9 лет. В 1945 году был первый учебный год. В первом классе были дети разного возраста. Так как в прошлые года здесь находился как госпиталь, и школа не работала. Бабушка была ученицей этой школы. Когда открыли школу, в ней не было водопровода, отопление было печено спичками с толпами. Ребята лето детские таскали товары, печенье, и на каникулы все ходили ремонтировать школу. Первые два урока ученики сидели в верхней одежде, так как в школе было холодно. На обед ученикам давали маленький кусочек черного хлеба и ложечку стакан чая и ложечку сахарного песку. Дети были этому очень рады, так как ни сахарного песку, ни масла вообще нередко была какая-то рыба. Дети чернила делали из свеклы, а тетради были из газет. Но у моей бабушки были тетради и портфели, а остальных портфелей не было. У одного мальчика был деревянный ранец, обшитый синей тканью и военная форма. Школьной формы не было ни у кого. В школе было 7 первых классов. Так училась моя бабушка, потом в этой школе училась моя мама, а теперь в этой школе учусь я много. Мы с вами самый памятный день. В
весь Почеваловский садик был закрыт воронками. И ночь с 8 на 9 мая собрали всех управдомов, и они взрывали эти воронки. В один прекрасный день, 9 мая, моя прабабушка пошла на работу и вскоре вернулась, сказав моей бабушке, чтобы она предупредила о конце войны всех своих подружек. Но в это никто не поверил. Когда все ее подружки шли мимо Почеваловского садика, там все уже шел праздник. Это был самый радостный день. Моя прадедушка, прабабушка были награждены медалями за доблесть на труд во время войны. Когда моя мама училась во втором классе, собрали экспонат для музея боевой славы. Дети приносили каски, фляжки, потерпи, а мама из сосед Потапки принес закрытую консервную банку размером с тарелку. Сверху торчали противные проводки, замазанные грязью. Вокруг парты собирались все, кто был в классе. Одни кричали, что надо оторвать проводки вместе с грязью, другие, что трогать их нельзя. Мама собиралась очистить эту грязь, но подняла голову и испугалась взгляда учительницы, которая сказала всем ничего не трогать и спокойно уйти. Весь класс и вся школа в этот день не училась, так как это было в тонкой линии.